Всем привет на моем 107 стриме. Сегодня мы проходим игру под названием Toho 12 Undefined Fantastic Object, что можно перевести как неопознанный фантастический объект. Говорят, что это боль еще та, но мы сейчас проверим это. Естественно, проверять будем на изике. Привет, Юги Бастиен. Easy мод, легкий режим, for Sunday shooters, то есть для этих, для воскресных стрелков, да, или как сказать, ну типа стрелков выходного дня, что ли. For humans with busy lives, для людей с занятой жизнью. А, X-Spider, что ли, нашел? Так, Normal Mode, for active gamers, то есть для активных игроков. For people who enjoy these kinds of games. Ну, типа, для людей, которым нравится такой вид игр. Hard Mode, for insecure residents. Для этих, ну... Типа... Ну, insecure, я не знаю, что это такое. Ну, короче, тех, кто в Gensecure. For people that don't fit in the real world. Для людей, которые, типа, не шагают по реальному миру, что ли, ну, если дословно. Lunatic mod for the lost race. Для проигранной гонки, что ли? For people who think they the chosen ones. Типа для людей, которые считают себя избранными, да, что ли, так? Ну, естественно, мы, у нас занятая жизнь, мы будем easy мод. Так, Рейму Хакурей, Мариса Кирисами, ну это стандартный набор. И Санаи Котя, или Кутия. Кутия, наверное. Ну, понятно, мы за кого будем играть, да? Так, go for the ship, get rich quick. Concentrated attack type. Treasure ship, Shot. Persuasion needle. Spell card. Dream sign. Wild exorcism dance. This is some you guys doing again. Anti-pattern focused homing type. Homing type, да, нам надо? А, иглы имба? Ну, тогда давайте Persuasion Needle. Попробуем осилить. Поехали! Дайте это мне. Stage 1. Road of Lingering Snow. Это вот это Undefined летает, что ли? Что за бред? Fantastic Object. Не, ну понятно, что намек-то на чё, да? Сокращенно-то по-английски. UFO, что обычно расшифровывается как Undefined Flying Object, то есть НЛО. Нифига себе она бомбит-то, да? Ну, короче, жизнь слил на первом же уровне, но чё-то я это... Расслабился, думал, это все и поизи что будет, а я что-то, ну, затупил вообще. Не, без понятия про механику, конечно. Ну да, я же сказал, что фантастический вначале. Ого, звездочка там размером-то. Ну это, скорее всего, тренировочный забег.
Так, у нас тут какие-то есть. А, это летает. Эта вещь летает так быстро. Так, у нас жизни, spell card, power. Ну, я, короче, буду молча читать сюжет, потому что я что-то пойму, а вслух я все равно нормально не переведу. Так что, ну, кому надо, читайте тоже. Лагает, не может быть. У меня дропов нету. Битрейт 1700, 1900, сейчас 2000. Что если все три красных собрать, то когда появится тарелка, то она будет собирать все, что есть на экране. Бурки счет не идут, и она будет давать красные звезды. Звезды собраны кусками, дадут себе жизнь. Если зеленые, то они бомбы давать будут. А, то есть их надо еще и собирать? Я думал, это об них умрешь. Блин, я диалоги вообще даже не прочитал. Ну фиг с ним. А это что, мышь? Не лагает. Ну вот. Костобрик, инет чини. Ну чё, изи босс, да? Первый же, по-любому легкий. Так, первую атаку пережили. Интересно физика пуль, как будто они падают вниз. Но, нифига себе, так это же вообще что-то мощное очень, жесть. Походу Торыч-то зря за Мариса-то взялся играть, да? Ну, ты сдохнешь, не? Кормилка тарелками будет. А, то есть дотронуться до тарелки, потом еще ее уничтожить, что ли? Сейчас посмотрим. Второй уровень. Собрал. Эти не надо собирать, да? А, дай-ка сюда, блин. О, большая тарелка. Ее уничтожить надо, да? О, прикольно. Этот поворот. Не собрал там. Тарелка же, ну. А, надо одинакового цвета тарелки, да, желательно собирать, я так понимаю. Так, там еще вообще-то какой-то босс, по-моему, летает. Не только тарелка. Черт, надо собрать это. О.
Так, две синих тарелки. Костоприк, битрейт 3. Да, а, у меня бомб не было, да что за дно? Я думал, была, я так в надежде метнулся к пулькам, нажав эту вторую кнопку. Ну я понял, значит нужны красный и зеленый, да? Ладно, диалоги. Ну честно, что-то почему-то в этой игре так все быстро происходит, неохота переводить еще диалоги с английского. Ну вот, извиняюсь, если кому-то это очень критично было вдруг. Ну вот прям вот, ну не хочется ждать каждый диалог, там, по-медленному пролистывать. Вот такой эпик, понимаешь ли. Я там буду диалоги по 3 часа слушать. Если бы они были на русском, я бы, естественно, прочитал, а вот переводить это как бы... Это не JRPG. Так, у меня бомба есть сейчас. Ну, она пока вроде не понадобилась. Понадобилась. Да что за жесть-то? Охренеть, если честно. Это второй босс? Это вы издеваетесь, что ли? Блин, интересно, зонтик у нее. Ну хорошо, я могу битрейт, в принципе, снизить. Сейчас. До 2-то поставлю битрейт по просьбе Костабрика, сейчас. Надеюсь, не будет кубить. 2000-то у тебя потянет? Ладно, стоп-старт. Так. Я поставил. Так, красную взял. А, не в тему красную взял. Ну ладно. Да сделай все красное-то, ну. Не захотела. Зеленый, не. Опять зеленая. О! Вот красная. Залови! Что-то жестко вообще, жесть. Если честно, я охреневаю от сложности на изике на 3-м уровне. Не, ну в смысле тут-то еще терпимо, но я просто представляю, что будет на 6-м. Точнее, нет, даже не представляю. Что за монашка, блин? Лол. Ну это вроде изи фаза. А, это даже еще не босс был, ни хрена себе. Красный, красный. Вон красный. Взял.
Да лол, уничтожай! Отлично. Красный. А, синий. Затравлено. А зеленый что дает, я так и не понял что-то. Красный живот. А, здесь бомбы еще собирать можно? Ну, в смысле, не только пешками, а это отдельно еще. Так, вот и босс третьего уровня. Сейчас боль, походу, будет, да? Что это, лол? Да это охренеть. А, все-таки это. Ну там не было бомб, если что. Просто я бы давно забомбил тут. Все, затравили ее. Ну, только на той фазе, а что тут дальше хз. Так, это фаза, где не нужна микрокнопка. Она наоборот мешает. А так вроде легкая, в принципе. Да. Блин, ну это не так-то и просто, но и не так и тяжело, короче, среднее. Терпимо, можно микрить. Опять такая фаза, да была же только что такая же. Ой, не-не-не, не люблю, как это вот это дело. На, получи. Так я. Привет, Снап. Теперь бомба не тратит силу. А, как по старинке. Не, ну босса-то затащил с первого раза. Четвертый уровень. Ну, на четвертом уже, наверное, по-любому продолжение сырье. Вряд ли, конечно. А, ну. Не прошло и минуты. Дайте красненькую это. О! Часть жизни взял, но мне эта часть пока ничего особо не дает. А давайте зеленые собирать будем. Это что, мини-босс? Вроде легкий. Вначале так кажется, офигеть, сколько всего запускает, но потом в итоге ничего такого. Ну не, ну я не спорю, на лунатике там, наверное, жесть. Но на этой нормально.
А вот зеленая. Давай еще зеленая. Эй, зеленая же мне надо было. Уйдите красные и синие. Что-то, блин, жестко. О, нихрена себе сколько пэшек-то. Вот, зеленая была. А, ну это печаль, беда. Он насобирал каких-то разноцветных. Короче, собираю все подряд. Привет, Яка. На тигрице это вот час? Нет, это какая-то матрос, блин. Что-то в этой части на вот такие огромные атаки мода какая-то пошла. То кулаки, то яка. Так, то есть у меня две бомбы, да, оказывается. А я думал по пауэру смотреть опять. Да... Ну ясно. Дайте мне зелененьких, пожалуйста. О, давай, 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 давай. О, давай, давай. И еще одну. Не-не-не, синий, уйди. Да меня сейчас эти тарелки зажмут. Че они не улетают? Вон там, по-моему, зеленая летит. Да бери! Во! Что-то падает. Вот, что-то взял. Жизнь зеленая. А, бомба. Так бомбу это ж надо брать. Бомба-то это всегда хорошо, но жизнь спасает зачастую. Да, вот как сейчас, например. По сути, те зеленые наложки сейчас жизнь спасли. Что такое S? А, бомба. Почему S? А, столкарт. Да что-то, если честно, меня тут микрит по полной. Зеленая, красная, да вы чё, издеваетесь? Давай красная. Ну, короче, до босса тут можно набрать, в принципе, пару жизней точно. Да как? Одно-то, а? Так там же это, у нее время идет. Капитан Мураса Минамито, короче, Кэп. Здорово, Кэп. Только что-то на капитана не похоже, больше на матроса похоже. А, затупил. Она же назад возвращается. Иди гуляй, короче.
Я уже представляю, как на форумах Зану писали, типа, слушай, что за халява? Типа, ты используешь бомбу, пешки выпадают из врагов, и ты бомбу снова собираешь. Давай-ка ты это уберешь, а то слишком легко стало. Вот по-любому так и писали. Ну ты подыхать будешь? Как? Ой, жесть. Микро. Терпимо. Терпимо было. Да, все. Давай, последняя, бомба есть. Жесть, вот это офигеть, я не ожидал. Я не ожидал такого поворота событий. Повезло, что хоть реагировал как-то на эту бомбу сделать. Давай, ну чуть-чуть же там, вообще дно осталось. Офигеть. Полный комплект жизни к началу третьего босса, ну... Надо же, бля, ну на последнем просто вот уже дотащил босса-то. Стэш 5, Макай, Эбоб Хокай. О, ни хрена тут сколько-то всего. Красненькая, да. Давай-ка красненькую еще. Ну не пульку красненькую, не-не-не, остановись. Не пульку имел в виду. Ряв? Что такое ряв? Тут красненьких не дают. Зато пулек сколько хочешь. А, что-то одно. Короче, нафиг идите. Да это офигеть просто. Две жизни дают и две бомбы. Не-не, синяя, уйди. Он говорит, что не прошел, но я его стрим не смотрел. Блин, какой-то сложный момент, если честно. Да ну.
Да нет, то просто тяжело микрить. И тут есть самонаводящиеся, я их просто не выбрал. Потому что мне сказали, что они вообще говно. Да это охренеть просто. Ламповая? Ну не знаю, на какая там она ламповая. Да, тогда бомбы-то жалко использовать. Там-то я не боялся бомбы использовать, потому что, ну, а фигли, какая разница. Все равно я наберу ТП еще до конца уровня. Да задолбали вот эти перцы. Не, ну по сложности, реально, как нормал какой-нибудь седьмой там или шестой. А, бомб-то нету, микро. Микро активейтед. А, быстро закончилось микро. К сожалению. А, это еще и не босс был, ну да, конечно. Не, зажали просто нереал. Не, не говорили. Но вообще мне Тор говорил, что на Ютубе нет ни одного прохождения Марисы без бомб. О, это кто? Торамару Соу. Да не знаю, Снап, я забираю все, что там падает. Привет, ЛМД, да, есть? Ну, у тебя я не видел, кстати. У тебя видел этой... Рейму, да, а это Мариса не нашел на твоем канале. Тигрицу. Че, сейчас какая-то жесть, да, будет? Да. Понятно. Затралено. Блин, а как тут? Как я не люблю лазерные атаки у любых боссов. Не, ну это что-то жесткое.
Да умри ты, ну. Надо. О, жесть. Опять все затравлено будет. Ну, по-любому. Но я чувствую, тут надолго. Я тут надолго. Скорее всего. Не понравился босс и оставить плохие эмоции? О, какая печалька-то, а. А я-то по-любому буду сидеть тут, наслаждаться. Привет, Тор, тут говорят, босс тебе очень понравился, ты просто сидел и кайфовал. Босс изикатка, да? А ты его прошел именно этого босса? А, он дошел до 6 уровня. Да, продолжение бесконечное, но это от этого не легче снап. Наоборот, от этого хуже даже. Не, ну я без жизни дошел до босса, но... Печаль бы, да. Одна бомба есть, но... Ну вот... А, это же еще не босс! Это же еще даже не босс, а, я забыл. Ну, короче, это пипец днище. Я офигеваю просто. То есть до босса я могу вообще не дойти. Учитывая, что у меня даже бомб нету. А тут сейчас эта фаза дурацкая. Ну дошел. Я без всего пришел. Просто чистый, как... Не знаю что. В общем, чистый. В карманах вообще ни копейки. Ну, едва ли я до третьей фазы достаю. Ну, и выдержу вообще. Учитывая, что я довольно редко по ней попадаю. Ну ладно, дожил до третьей. Это ничего особо не дает. А, затравлено вдвойне. Ну не затравлено все-таки. Пока что. Да ладно, до четвертой фазы дожил. Ну, ничего хорошего, по-моему, не светит. Так-то. Хотя вроде изич. Ну просто надо по ней попадать бы желательно, но так-то. Мне это ничего не грозит. Ну что, пятая фаза.
Хоть бы бомбочку дали или жизнь, ну, блин, ради разнообразия. Я же без смертей фазы-то прохожу. Какая там, шестая уже фаза? Что это за дно? Да ладно, вали домой, ты куда? Чё за... А, охренеть. Жесть вообще. А, все-таки затравлено. А, Тор, потому что мне дали наводку на игру без наводок. Типа говорят, включай без наводок, там изи катка. Ой-ой-ой. НЛО же, в смысле это. НФО. Не, ну бомбит здорово, честно, вот приятно. В других частях говно какое-то, вот последних, а здесь бомба так бомба. Ну точнее даже не бомба, а какой-то мега выстрел такой. Ну чё, надо микрить? Не. Лучше до босса донести жизни. Ну, до настоящего. Да чё ты и на ложке-то не берёшь это? Так, бомб нету, микрим. Ну, понятно. Микрить все-таки я пока не умею вообще. Ну что значит пока? Я уже почти все части прошел, значит уже скоро и не понадобится. Если я, конечно же, пройду эту часть когда-нибудь. Ну, снап, это знаешь, это как бы, ну, выбора-то нет. Либо микрим, либо не микрим. Объяснял. Ну, мне как-то немножко не до этого. Я когда на них натвлекаюсь, я сливаю сразу. Да что это за... Я, главное, в тот раз пришел без всего и затащил дофига фаз. А сейчас, когда пришел много с чем, то сразу начались какие-то, блин, проблемы дурацкие. Ну давай, дотащи до нее эту пушку-то. Да, зеленые, я там до конца не дочитал, но так видел, что зеленые фармить
Ну, конечно же, мне надо, потому что бомба же. Ну, блин, не знаю. Ну, буду пытаться, конечно. Ну, как получится уже. А чё это она? Схалявила-то мне. Проходы даёт зачем-то. Всё, зеленая штука? Ой, здорово. А у меня жизни-то нету все равно. А, вообще слив. Так, где лучше зеленый фармить? Если запомнить зелеными очками, то можно получить целую бомбу. Лучше красную, так как это жизнь, а жизнь две бомбы. Изи же. Полная красная дает половину жизни. Зеленая дает целую бомбу плюс кусок бомбы. Красная всего два куска жизни. В нормале, небось, сплошная стена, как положено. Возможно. А на лунатике вообще сплошной экран. Ну, зеленую взял. Зеленую взял. Дайте еще зелень. Вон она, ну далеко. Да. Черт, микрофон выключен был. Почему? Конечно же, я не молчу. Когда я на таком стриме молчу. Блин, не знаю, почему выключился. Стоп. Сейчас? А, не, сейчас работает, да? Все. И давно я молчу. Давно я сам с собой-то разговариваю. Минуту, ну ладно, не так уж страшно. А, жизнь слил.
Не, ну блин, вообще надо тренить, в общем, это. Пока что-то вообще такой тренд. Ну, если честно, я не выкладываюсь на максимум, явно могу лучше же. Надо сосредоточиться как-то, что ли. Так, во-первых, нужно чатик поближе к игре подвинуть, и то я постоянно через полэкрана за ним смотрю. Затраль меня. Увороты, перекаты. Только укрытий нету. Так, это размикрено. Так, бомба-то есть, а жизни нету. Значит, надо использовать вовремя. Не слить. Но вообще, если честно, не знаю, когда использовать. Я, в общем, я не буду бомбу использовать до зеленой фазы. Если солью, значит солью. Но до зеленой фазы я не буду использовать бомбу. Ну тут негде сливать. Вот на этой фазе. А вот на следующей можно. Там опять будут эти тролли-лазеры. Двойные, да, вроде. Или тройные даже. Тройные. Ну, если считать вертикальные тоже. Вот сейчас зеленая, да? Просто вот так вот. Хоть посмотреть, что там дальше-то. О. Таких приколов я еще не видел. А, замешкался. Как лазер может в пульки превращаться? Ну. Блин, НЛО эти раздражают. Потому что я за ними гонюсь и сливаю, ну честно. Пофигу на НЛО. Я и так пройду. Когда-нибудь. В общем, одну бомбу вроде собрал, да, все-таки. И без смертей, в принципе, дошел, но это еще не босс же, так что. Да не, мне кажется, дойти до босса без смертей, и это победа. Господи, если это четвертый уровень, что же там будет дальше? О, зачем? Зачем я сел в это играть? Спасите. Блин, слил все-таки.
Во-во-во-во-во. Ну, блин, ладно. Да не, это вот уже не ладно. Вот это было уже не ладно. А, без жизни пришел опять к боссу. Прекрасно. Не буду бомбить, пока не дойдут до зеленого лазера. Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё? Я не понял. Я только понял, что никому не нужен Изик 12-й Тоху. Ну, кому не нужен, он явно не сидит на стриме. Я не буду, короче, бомбить, пока если, ну, пока не дойду до зеленых. Если дойду, ну. То есть если солью, так солью, значит. Да уже пора бы изучить эти фазы первые, это... Это же практически изи кор. Даже для меня. Так, если подумать. А, вот четко прям. Проткнуло. Изи, да. Ну чё, нет, что ли? Вон оно, не-не-не, всё, никаких, никаких уфо. Чё-то не видать? Ну я просто же это, поддаюсь. Сейчас это, Корею включим. Да возьми ты уже. Что, я не убил ее, что ли? Хватался. Ну так да, с кем поведешься, как говорится. Да, ну, хорош крабить. А она тут сквозь экран не умеет проходить в этой части? Не, не умеет. А, я понял, как это выходить. Но... Автоматически может пройти только на лунатике. Так, жизнь есть, так что, в принципе, если что, можно и забомбить. Даже до зеленой фазы. Но, если честно, не хочется. Да меня опять проткнет. Блин, это тут.
луч. Может на луче забомбить? По-бырому. Да нет, луч надо проходить, он же изич. Ой-ой-ой, хотел нажать, вот я уже, как это говорится, я же жал. Самая изи фаза. Вообще никчемная. Ну это что за изи такое? Интересно, какая же тут подстава на лунатике на этой фазе? Наверное, там расстояние между этими, ну, этими штуками вообще не очень, да? Так, все зеленое, ну зеленое мы бомбим, по-любому. Не, можно, ее можно размиклить, но вот что-то не хочется пока. Но ее можно размиклить явно. Так, вот сейчас будет поворот. Любопытный такой. Так, бомб нету, не на что надеяться. Изи катка же вообще. Даже не вспотел. Память шары. Это перебор что-то с пульками для меня. Лунатик не предлагать. Ну, это было очевидно, да, там, без шансов пройти без жизни, это фигня вообще. Так что по-любому это континью брать. Не, а чё ты фейспалмишь? Ты хочешь сказать, у меня был шанс пройти босса сейчас? А, так это шестой уровень, то был не четвертый, то был пятый. То есть я до финального уровня дошел, походу, да? Да, не, ну вот это вот уже бред был, согласен. Надо было хотя бы бомбить. В одну пульку врезаться, ну я, да, что-то расслабленно играю. Просто расслабленно играю. Прошел босса, рад. И, ну, вообще. Они сами не отстанут, что ли? О. Я думал, обязательно уничтожать надо уже. А что, шестой уровень длинный, что ли? Обычно же шестой вообще коротенький, сразу босс. Нифига там Грейс. О, я не знаю, как от этого было уйти. Удачи пострадать.
Спасибо, пострадаю. Это не Биаш, это Хизири, что-то такое, не успел. Так, музончик поехал. Cosmic Mind. Прикольно. Главное, чтобы красиво было. А как там игроку выживать, это уже второстепенный вопрос. Первая фаза изи. Вторая фаза изич. Где боль-то? Вот сейчас, да? Но это нет, это не боль, это я просто затупил. Хотя... Да, уже немножко это напряжно. Так, четвертая фаза. Бьякурин Хиджири Бяша. Ну, фиг его знает. Ну, короче, да. На четвертой фазе я слил. А сколько всего фаз? Привет, Эксдемор. Отличное начало. Короче, опять я за НЛО погнался, все, короче, солью. Не, нафиг солью. Надо без этого проходить. Ну, все, не буду никакие уходить и собирать специально. И надо без этих. Без смертей хотя бы пройти до босса. Бомбу еще ладно, но без смертей надо. То есть, по сути, как бы 9 фаз, да? Ну, то есть, ну, 9 разных атак, да? Вот так, если говорить. 9 разных атак будет. По смысловой нагрузке? Как, откуда тут может быть еще смысловая нагрузка? Я что-то я не понял. Да что такое зажимают, да? Да лол, ну полторы пульки меня зажимают, честно. Ну просто они очень быстро летят. Ну давайте уже. Я не буду вас убивать, можете улетать. Да. Ну
нормале и выше, ибо на изи нет одной спол карты. А, на нормале и выше 10. Ну вот. Значит, я почти половину выжил. Так, у меня нету бомб. Привет, хвост. Так, первое все. Так, вторая все. Ну сейчас начнется жесть. Да я ж не хотел на пульку-то нарываться, честно, признаюсь. По смыслу там я не должен был на пульку, короче, напороться. Давай хотя забомблю, пожалуй. Показывай четвертую фазу опять. И давай-ка вот это тоже забомблю. Пятая фаза. Да ну нафиг! Да это же охренеть! Ну как мне... О, пережил. Так, шестая уже. А, это же не то. Это же нежелательно задевать. Короче, нафиг тоже. Так, это что, седьмая уже? Не, ну тут явно не 9, это видно, что-то попутал там. Блин. Не, надо было, придется вверх надо улетать по-любому. Либо бомбить, либо вверх улетать. Но это была седьмая сейчас или восьмая фаза, седьмая, по-моему. А у нее еще там две звезды, значит там явно больше. Штук 15, наверное. Да, по кругу надо было бегать. А я думал, что я снизу тоже выживу, а она что-то, блин, совсем зажимает. Что значит лишнее? Не понял. Да почему у меня так бомбит на вот этих вот пульков, блин, одиночных? Наверное, потому что я не выспался сегодня. Вот, наверное, причина. Почти бомбу собрал еще одну. Последнюю фазу вот эту вот этого шарика вообще хз его побывать просто. Да, это часть та, которую. Та часть, которую тоже не прошел. Так, бомб нету, понятно.
Жесть, а? Как же это легкая фаза, чё я погиб? Нотку эту. Так, ну второе размикливается вполне. Третье, четвертое пока не понял, как миклить толком. Да куда? Не, ну все. Да, я думаю, у меня тоже, скорее всего, на два стрима растянется, потому что, ну не знаю. Что-то мне это не нравится. Да. Я думал, оно немножко дольше держится, я успею отойти. Плохое предчувствие насчет этого босса. Потому что очень много мест, где мне нужно бомбить по-любому. Че, не забыл пятую часть? Я пятую часть проходил очень давно. Бомб-то хватал кучу. Лол, кучу бомб нахватал. Только, блин, попробуй Рейму слить бомбы и не потратит. Это будет эпик. Четыре бомбы. Ну первые две фазы надо без бомб по-любому же, но они же изичные. А, бомбы не исчезают при смерти? А, спасибо, я проверил на всякий случай. Не, ну мало ли, вдруг там соврал, да, надо же проверить-то. Да чё за дно? Да блин, пипец. Обидно. Бомбу-то я не слил. А вот жизни. Не, ну для закрепления просто надо было второй раз повторить. Вдруг это было просто баг какой-то. Да, слил заход по бомбам, а вот это вообще ФЗ тоже, не знаю как. Вот та фаза, а нет, это еще не та фаза. Почти размиклено. Ну почти не считается. Да что такое-то, ну что-то вот стал опять за этими НЛО гнаться.
Ой, жесть. Ну не так круто, как в тот раз, но тоже 3 бомбы. Но говорю 3, потому что сейчас одну по-любому сорью на той фигне. Использую вот на этой. Понятно, надо просто влево отходить, и не надо тут бомбу сливать. Что такое F? Он даже добавил звук переключения диалога. Я только сейчас заметил, если честно. Лаула, Full Power пишут, где пишут, вообще без понятия. На заборе тоже пишут. Бомбим! Тут фаза дурацкая. Отлично, полностью. Да, шутканул вообще просто за 3.5. Так же и надо. Не задонатили, чтобы были более высокие. Короче, это удаляем фазу. И вот та фаза начинается. Тоже можно на самом деле забомбить, но надо попробовать хоть пройти. Все, наверх идем, наверх идем. Ну я попробовал. Мы сейчас будем бомбить тогда. 8-я фаза или как там, вроде 8-я. И? Вы что, думаете, мне смешно? Ничего подобного. Какой качественный контент, высокий донат? А, ну да. Ясно, ясно. У нее последняя шняга, но я вряд ли ее пройду, наверное, да? Там же сейчас затралено будет, по-любому. А что такая легкая фаза? Или нет? Не легкая никогда. Опять на выносливость опять, да, походу? Ясно, на выносливость. А, чуть не вынес. Я хоть попадаю иногда по ней.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Жесть. Но это было близко. Да ладно, смотри, сколько у нее осталось. Какой там не наношу-то. Снап, ты чё? У нее осталось немного здоровья. А была полная полоска. Ну бомба и хз, ну потом точно наносил. Не, надо туда доходить, нормально. Хотя бы, даже если бомб не набирать так много, то хотя бы надо жизнь-то не сливать. Это я, ну. Ну, это погоня за этими, ну ладно. Ясно, то есть на последнем атаке бомбы нужны только, чтобы это бессмертие. Потому что, кстати, вот если бы у меня была бомба, то бы я тогда продержался бы дольше, потому что я чувствовал, что я сейчас закраблю, но у меня просто не было бомбы. Вот когда вот перед смертью, да, вот я понимал, что да, все, меня загнали в угол. Поэтому, если была бы бомба, я бы в тот момент бы использовал и еще придержался бы. А я вначале две бомбы просто слил, ни на что. Вот. Мог бы пройти, конечно. Да что ж такое? Да нет, она просто бессмертная. Какое-то время. А где третья НЛО? Да что такое? Ну почему не получается? Ну, буду пытаться, пока не получится. Идти на босса с потерянной жизнью нет смысла, а не собирать НЛО тоже плохо. Потому что, ну, явно мне помогают те бомбы, потому что я большинство фаз бомблю просто. Ну что такое? Ну никак не выходит. Не знаю почему. Ладно, не буду собирать НЛО эти. Хотя, мне кажется, не в этом немножко причина, я просто не могу эти размикать пули. Thank you.
Где еще зеленый? А, мне еще две зеленые надо, непонятно. Не будет уже. Там была ненадолго, но я там не успел попасть. Не хватило еще одного. Ну хоть без смертей. Две бомбы, две жизни. Ну, почему тут-то, ну, неудачная просто фаза попадает. Черт, еще тут сорил. Как-то она не по-доброму меня встречает почему-то. Может попробовать на этих лазерах уворачиваться, дурацких, блин, фиг его знает, честно. Нет, что-то жестко. Ну может на вторых лазерах. У меня вроде не было уже бомб. Так что... Так получилось, так получилось. Тут тоже неизвестно, как уворачиваться. Заспамлено пока что, только бомб уже не осталось, и спамить больше нечем. В принципе, тут можно не дамажить, а попробовать по времени уйти. Если постоянно далеко находиться, то, наверное, это почти безопасно. Ой-ой-ой-ой. Сколько там по времени-то еще, я чуть не вижу. 11 секунд, можно выдержать. На самом деле почти добил. Ничего не напоминает, говорит. Что-то напоминает, не помню что. А, ну по-моему, 10-й части что ли последнего босса или нет? Не помню. Да, ну бомбить нечем было. Все, последняя стадия. Начинается микро. Ну мое микро такое микро, что... Аж макро, практически. Блин, уже... Побоялся просто. Не хотел бомбы сливать. Просто... А по секундам очень долго выдерживает, так что тут надо по-любому попадать. Блин, и вот вроде же не так уж и сложно, ну не так же и сложно это. Не так, как на 10-й. Блин, ну реально же, ну... Не так зажимает, как в 10-й-то.
Можно же теоретически выдерживать-то. И вот, и можно же выдержать и пройти босса. И все. И только 12 походу пройдено. Пройдено. На изике, с продолжениями, но пройдено. Я доволен. Тор, а что-то ты это... А, ты опять Марисой там выпендривался, да? Ну, я понял. Примерно 30 контень? Ну, так это же практически вообще... Неслыханное мастерство. Говорит, I'll never be able to win. Да ничего подобного, слышь. Эндинг номер 7. Collect lots of items before invading Makai. Go for one credit clear. Все. Тоха 12 пройдено. Отлично. Следующее будет 12.8, разумеется. Но это будет уже в другой раз. Да, 12.8, а не 13. Все, на этом стрим заканчивается. Вопросы, пожелания, замечания, предложения можно писать в чат. Всем пока. Увидимся.